Если ты еще не начал играть в Warface, то сейчас у тебя есть отличная возможность начать играть и получить огромную кучу бонусов на старте. Всего лишь зарегистрируй аккаунт, перейдя по ссылкам в описании. На первой ссылке ты получишь боевое снаряжение и оружие. На второй же тебя ждет золотой кейс, который ты сможешь открыть, и то, что тебе выпадет, заберешь себе на свой новый аккаунт. По третьей ты сможешь получить випку и пушки неон. Также недавно была открыта четвертая ссылка, где ты сможешь забрать себе пушки якудза и доминировать над своими противниками. Если ты прошел шаренный парень, ты сможешь забрать весь донат со всех этих ссылок. Также в описании будет ссылка с гайдом, где ты всегда сможешь забрать себе халявный донат. Начни играть по этим ссылкам, и огромная статка, качественный гиб и реально клевый аккаунт тебе гарантирован. Удачи! Привет всем, дорогие друзья, с вами Серега. Сегодня мы будем выкручивать, пытаться выбить именно золотую версию, потому что, ну, обещал, попытаюсь, хотя бы хоть попытаюсь, хоть нет, буду выбивать G28. Короче, чекайте, вы просто чекайте и посмотрите. Золотой ястреб из ЖК и вот этой новой. Блин, что это за название? Кто их придумает? Не знаю, чуваки, захожу, короче, в свою корзину предметов, и там валяются на 7 дней вот эта новая G28 и вот эта SMG-45 новая золотая. Я просто быстро бегу на ПВП, мясорубка против опенкаперов, и быстренько все это дело набиваю, как видите. На 5 дней у меня еще есть СМГ золотая и HEC-28. Успел я набить, вот она золотая, она мне очень понравилась, золотая версия вот этой новой фигни понравилась, но вот эту фигню новую буду крутить, понятное дело, в следующих видео. Сегодня у нас будет именно вот эта вот фигнюшка. Буду пытаться выбить ее навсегда, именно золотую версию. Ну, на золотую, думаю, давайте 10 тысяч кредитов. Что с 5 коробок? Сука! С 5 коробок обычно выпало. Ну ладно, ссылка, ненавижу. 10 тысяч кредитов потратим на золотую версию. Попробуем с 10 тысяч выбить именно золотую версию. И еще 50 тысяч корон сверху. Если 10 тысяч не хватит, еще 5 тысяч корон сверху. Вообще без проблем. Еще много доната на самом деле будет вводиться. Поэтому надеюсь, что нам все выпадет. И кредиток у меня чуть побольше останется. Я... как бы 30 тысяч кредитов, надеюсь, этого всего на новогодние праздники хватит. Админы собираются добавить очень много крутого доната. Кстати, друзья, среди вас разыграю 3 допуска к синдикату. Ну, понятно, что он говно, скорее всего, вам нужны будут либо кредиты, либо боевые очки. Без проблем купите себе какие-то новогодние подарки в Warface. Что прям часть, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Все итоги будут в группе ВКонтакте. А погнали! Кстати, у меня было вроде 31 тысяч кредитов, опять чуть на торговой площадке походу продалось. Ну, ничего страшного, я скоро там примерно за месяц еще продастся, а X скоро еще плюс. Семерочка кредитов, это вообще будет шикарно. Но я уже сам давно не донатил. Это, кстати, наверное, вот эти пушки мне дали за программу блогеров, то есть это бонусную программу блогеров, скорее всего, мне именно за это все дело и дали. Ну, я так думаю, откуда у меня еще. Вот вы представляете, вы заходите в свой инвентарь, видите там золотые пушки на 7 дней, которые ты можешь самый первый набить. И я их самый первый набил, то есть побежал вообще там мозголомы, доминаторы на ПВП, конечно. Не, на самом деле, конечно, я набил их на ПВЕ, потому что на ПВП их, понятное дело, долго. Но я думаю, даже на ПВП можно было их успеть набить, потому что вот спустя где-то 3-4 дня только их в игру добавили, и у меня довольно много было времени, чтобы это все дело выбить. Почему я хочу золотую версию? Ну, не знаю, потому что мне давно с кейсов не везло, и я уже хочу, чтобы мне хоть что-то повезло, хоть что-то клевое выпало. Да и вообще мне нравится она. Не знаю чем, но эта снайперка мне понравилась. Я вот прям взял, играл ее, постоянно с 2 выстрелов убивает, очень приятно, очень интересный прицел, реально единственный, который есть на снайперскую винтовку. Ну и, понятное дело, инженерская пушка мне новая тоже понравилась, ее тоже буду крутить. Кредитов оставлю, до 22 тысяч мы, получается, скрутим. Еще мы пойдем на мой твинк и там тоже попробуем... а выбить хотя бы обычно, там не обычно нужна, там не золотая не нужна. Это на МС Сереге у меня зажравшийся отка аккаунт, где я хочу все золотое. Ну блин, вот реально, вот что за подстава? Обычно с 5 коробок выпала, и сейчас золотая вообще ни хрена не выпадет. Думай, да я тебе уже дал, что я тебе еще буду какой-то донат давать. Конечно, так всегда оно происходит, но я надеюсь, что... блин, кредиты капец как быстро тратятся, по 60 кредитов стоит, твою мать, уже 26 500. Окей, чуваки, даже вторая обычная, что ли, не выпадет. Ну ничего страшного, все мы знаем то, что шанс он потихоньку накручивается, накручивается. Если я в этом видео не выбью хотя бы золотую себе, то в любом случае, когда я буду крутить остальные пушки золотые, то какая-нибудь золотая... Нет, еще одна обычная, сука! Ненавижу, вот это очень обидно, когда тебе... ну все, это же, это забейте, она обычно, когда выпадает, это все, это забейте, золотой тебе вообще не видать. Ну, знаете, если бы меня спросили, чтоб тебе лучше золотая снайперка или золотая инженерская пушка,
Я бы, наверное, все же сказал, инженерская пушка, которая новая, золотая, будет покруче. Так что, если она мне золотая инженерская пушка выпадет, то уже, в принципе, ладно, уже хорошо, вообще без проблем договорились. Просто кто-то говорит, что 50 тысяч кредитов нужно потратить, чтобы 100% что-то выбить. Слушайте, 50 тысяч кредитов — это слишком дохрена на одну золотую пушку. Давайте чуть поменьше, давайте десяточку. Хотя бы десяточка тоже будет нормально. С десяточки золотая снайперка — это вообще будет Ну нет, сука, нет! Дайте, короче, я по этого... Разные покручу. Давайте сейчас за короны покручу. До 140 тысяч, получается, докручу короны. Блин, короны честным путем, трудом были заработаны. Сейчас просто в один миг потратить. За одно кручение минус 4000 корон. За одно кручение отнимается 4000 корон. Это жесть. Но короны мне сейчас, в принципе, нахер не нужны. Они, в принципе, спокойно каждый месяц по 1005 получается. Если эти сраные короны не тратить на коробки удачи, их более чем достаточно. Потому что все остальное стоит вроде бы дешево. Это только коробки. Одна коробка по 800 кредитов у корон, с которых ни хрена просто не подходит. Напомню, не, я тратил на твинке, не помню, сколько мне там 90 тысяч корон было или 100 с кем тысяч корон. Короче, потратил там кучу корон. Ни хренашеньки мне там не выпало. Так что я еще до сих пор жду свой золотой донат из коробки удачи за короны. Не знаю, вряд ли у них, конечно, шансы поменьше, просто может людей больше крутит. Но я, друзья, видел на ютубе, как челик сам с 400 тысяч корон не выбивал себе золотую версию. Выбивал очень много обычных версий, но вообще не падали никаким образом ему другие. Ну что это такое? Ну пожалуйста, дай золотую. Ну нет, если ты меня заставишь с корон еще сраные потратить. Ну 50 тысяч корон. 50, сука, тысяч корон. 5 элит, твою мать. По ВЕшке я не хожу, чтобы эти сраные короны собирать. Делать мне нечего. Ну, на СРМке еще там 4000 корон вроде за сезон, да, можно получить примерно. Но это очень-очень-очень-очень много! За одно кручение 5 коробок, с которых тебе ни хрена не выпадает, ты просто просираешь все, чувак. Ты просто, мазафакер, просираешь все. Ну не, забей. Просто минус 50 тысяч корон. Я в рот их имел, эти коробки. Минус 50 тысяч корон и вообще даже... Да, ладно бы обычно выпало, но даже обычно не выпало. Ладно, забейте, я давно смотрел на свои короны, давно их хотел потратить, давно они меня... Ой, короны, прям хочется их потратить, ну слишком их реально дохрена. Как бы и 100 тысяч корон — это очень много, и 40 тысяч корон — это очень много. Ну как бы да, нужно их понемножку тратить, а то немножко зажьешься, потом накопишь их вообще кучу, и тебя еще забанят Warface за то, что ничего тебе не... Ну короче, не, фигня какая-то. Ну давай, золотая, выпадай, пожалуйста. 21 день, 3 штуки вроде обычно мне выпало, 23 тысячи кредитов у меня осталось. Ладно, что я переживаю, скоро некоторые лоты продадутся на торговой площадке, еще халявные кредиты придут. Главное, чтобы выпадало, вот просто главное, чтобы какая-нибудь золотая версия мне выпала, и будет вообще отлично. Которую X кейсов я выпал, скины вот эти все напродавал на 1003 кредитов примерно. Вот они пришли, и с них ни хрена ничего не выпадает. Давай, ну Warface, ну что ты ничего не выпадаешь, блин. В других серверах я не хочу ничего убивать, это на твинке только выбью. И в принципе будет достаточно, больше даже чем достаточно. Так, до 21 тысяч кредитов давайте скурим, даже больше, чуть-чуть больше 10 тысяч кредитов. А смешно будет, если я сейчас пойду на твинк, и там выпадет золотая, я скажу, сука! Ну, потому что уже золотая версия немножко для ПВЕ, а там у меня на том аккаунте немножко как бы 0 ПВЕ. Как бы окей, да? Но 26 дней, ты серьезно, сучка, что ли? Коробки залагали, это золото, это золото! Да хер там плавал, 5 баретов, ну еще Warface не залагал. Такая награда, так, прям каждый мечтает о 5 баретов. По-любому, каждый мечтает получить себе 5 баретов. Давайте, последние 5 коробок, пойдем на мой твинг. Там попробуем. Блин, у меня же Warface видит, что у меня золотая, наверное, есть, не дает. Он видит то, что у меня вот сраный на складе стоит золот... Думает, что мажор вот стоит золотые пушки. Надо было хотя бы убрать ее отсюда. Давай, типа, вау, выпил. Вау, сука. Пошли на твинг. Меня постоянно упрекают в том, что я играю в наушниках от телефона, но, друзья, насколько они мне нравятся. Давно уже хочу это сделать и, пожалуй, сделаю себе новогодний подарок и выберу себе какие-то крутые беспроводные наушники. Честно сказать, давно себе хочу именно AirPods. Сейчас я попробую найти себе какие-нибудь наушники, может быть, я себя переубежу и куплю себе что-нибудь покруче. О, вот они, AirPods. Стоят они, конечно, от 10 тысяч, это довольно немаленькая цена. У меня сейчас вот такие вот наушники, они почему-то стоят всего 1200 рублей. Ну,
Ну-ка давайте их сравним. Ух, какие, нифига себе, шумоподавляция без провода. Не, ну я их еще больше захотел. Вы просто посмотрите, насколько они сексуально выглядят. Офигеть, 3D модель, вы только посмотрите. Процессор Apple V1 для обработки звука и улучшения качества беспроводной связи, вызов голосу. Да ладно, даже такое есть? Ну, в принципе, с характеристиками я ознакомлен, ничего тут особого нет, только то, что у них проводов нет. Не рекомендую никому, даже людям с айфонами, даже если вы миллиардер с деньгами. Купил, перепродал, геморно. Донти, кому ты лечишь? Я, конечно, мог бы подобрать по параметрам, но, в принципе, и так в курсе, что мне нужно. Ну, тут вообще, кстати, много чего можно выбрать. Ну, ладно, вы же меня знаете, если я уже захотел купить, я, в принципе, и куплю. Сейчас выберем какой-нибудь ближайший магазин и приобретем. И вот, дорогие друзья, они уже у меня. Буквально денек им попользовался, но уже есть отличное впечатление. Цена, конечно, дороговата, но я сделал себе подарочек на Новый год. Спасибо сайту eCatalog за то, что помог мне их найти. Ссылка на этот сайт будет в описании к видео. Так, тут у нас 4600 кредитов, между прочим. Ну, есть на что, конечно, положиться. Может быть, сейчас тут выпадет золотая версия. Не надо, сука. Там из 5 коробок, как там дал обычно. И все, пожалуйста. Warface. На этом аккаунте это не нужна золотая версия, на этом аккаунте я играю с болтовками, это на МС Сереге да еще подойдет там поиграть, пофаниться, поприкалываться. Давай обычную и все, я пошел, слушай, у меня тут 60 тысяч корон только, вот я тут только короны накопил, дай мне обычную, да я и пошел. Нет, пожалуйста, только не забирай мои 5 тысяч кредитов, это мои последние, я на стриме, может на резку посмотреть, купил себе навсегда Кракена. Кракена навсегда купил, охренеть можно, нифига себе, Кракена купил навсегда, не на один день, все думали на один день купит. Навсегда купил, все кредиты потратил, блин, варф. Кстати, у меня какой-то лот стоит, диссертек, киви какой-то за 3000 или за 400, нифига себе, тут тоже кредитики как-нибудь придут, как-нибудь его купят. Ну, пожалуйста, сука, не, давай мы как бы так не работаем, дай мне, ну почему всегда так, за что, почему, где мне не нужны обычные, они мне по 3 штуки падают, а на аккаунте, где мне достаточно обычной версии, мне ни хрена не падает. Пожалуйста, я не хочу тратить короны, нет, не хочу, короны, нет, бедненький, 0 ПВЕ, знаете, как на этом аккаунте трудно короны достаются, пожалуйста, нет, нет, чувак, не, говно, 3000 кредитов осталось, на что я тут инженерскую пушку крутить буду, беспроцентник, что ли, как все буду брать, нет, пожалуйста, не, да нет, дайте, короче, 10 коробок за короны возьму, 10 коробок, блин, 8000 кредитов, 10 за короны, ну, просто шанс сбить, как бы. Это только мне вып... За... А, пошел ты в очко, 2000 кредитов-то! Не, это много, я сейчас золотую за такую сумму выбью. Сука, предлагал, знаете, вот за короны ты крутишь, да, коробки, вот, типа, выпадает, и за короны, там, 10 тысяч корон сюда, прикольная тема же. Почему за кредиты предлагают купить, не понимаю. Сука, нет! Нет, на что я буду крутить золотую, ой, инженерскую ППшку. Нет, кредитов больше нет, Warface, пожалуйста, дай мне обычно, да просто обычно, Warface, по-братски, Warface, я много тебя все хейчу, дай пушечку, пожалуйста. Да сука, да нет, да кредитов нет, да нет, камон. Ну 3 штуки мне дал там, где мне их вообще не надо. Нет, ну с 5 коробок, ну дай, пожалуйста. Сука, 1500 кредитов. Блин, нет. Ну ты должен выпасть. Не, Варфейс, я знаю, ты выпендриваешься, понимаешь, я знаю, что ты мне сейчас на последник золотую, да не нужна золотая, Варфейс, давай как бы обычную дашь, я успокоюсь, обычно, мне обычно, не надо золотую, как бы. Как бы больше золотую, я не против, честно говоря, ну просто это некрасиво будет, там на одном аккаунте 10 тысяч кредитов тратить, на другом 4 тысячи, понимаешь, это некрасиво. Да сука, золотую версию, тварь. Пожалуйста, 400 кредитов, нет. Не заставляй меня тратить короны! Не хочу я тратить короны! Нет! Нет! На что инженерскую буду крутить? Ну нет! Ну пожалуйста, да дай ты, сука, вот эта тварина! Вот эта тварина, 50 тысяч корон. Не. Какая же это фигня? Две коробки, ну обычно, ну воров. Господи, что на какое-то говно мне не везет. Ты серьезно, вот это говно мне не хочешь дать!
Ну нет, ну 800 корон, ну почему так много, почему не 500? Ну как же короны жираются, блин. Ну нет, ну давай, обычно, пожалуйста. 4000 кредит, 5000 там почти было, не выпало. Да ты серьезно? Ну нет, ну сухо, ха-ха-ха, блин. Короны трудно, таким потом крови добиваются с 0 ПВЕ, да ладно тебе. Ну Warface, ну посмотри, что у меня 0 ПВЕ, ну серьезно, на один час. Сука, серьезно, беспроцентный крит придется брать, я до 30 тысяч корон могу потратить от силы. Больше корон я точно тратить не буду. Ну это издевательство, сука, где моя пушка? Ой, лучше б я сюда не заходил. Зачем? Вот знал, что не надо заходить. Ай, это больно, это очень больно. Прям в сердце. Ты нанес мне удар прямо в сердце, ниже пояса. Блин, нет, за что? Вот две, почему хотя бы не золотую? Я понимаю, Ник просил золотую, но, блин, ты охренел. Сука, две еще сразу с 5 коробок, нет, это издевательство, я считаю. Блин, кредитов не осталось на эту, ладно, хотя бы беспроцентник взял, так еще в долгах бы, блин, остался. Твои, о, у него такой прицел есть, серьезно, у него такой прицел есть, вау, какой красивый. Правда, жаль, что говно, но ладно. Этот прицел, конечно, покручивает. Все кредиты потратил, блин. Придется закидывать, блин, на Heavy Rain, чтобы инженерскую пушку покрутить. Потому что инженерскую пушку я по-любому хочу. Поддерживайте, друзья, видео лайками. Чем больше будет лайков, тем быстрее будем выбивать какие-то новые пушки, открывать кейсы. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Все ссылки есть в описании, обязательно загляните. С вами был Серега, увидимся. Пока!